Сколько? Сегодня у нас 11 февраля. Море немного волнуется. Погодка прекрасная. Комаров на плюс не наблюдается. Азовское море, город Брянск. Море волнуется. Перед туристическим сезоном. Курсы у нас уже сильно подорожало по ценам. И путевок. Брянск. Конечно, сейчас собака держится по резкой цене. Я же не. На рейде стоит один сеймер. Подводных водок на авианосцев не видать. Вдалеке коса деревянская виднеется.